Привет, ты на канале AAA, и как ты думаешь, что мы делаем? Да, мы именно то и делаем. Мы продолжаем проходить Crysis. И у нас тут веселое задание, в которое, мне так кажется, все-таки нужно было сохранить танк, и тогда бы это было бы все гораздо проще, быстрее и легче, но... Есть как есть, ничего уже не поправишь. Мы пытаемся как бы, вроде как, незаметно пробраться в тыл врага. Сохранюсь на всякий случай, потому что... Тут что-то сильно сложно стало, я бы сказал так. Вот. И, соответственно, нам нужно подорвать вертолет. А его подорвать что-то у меня не получается. Вот. Да, отлично. Гранатомет, патроны. Упс. Не вовремя, да? Маскировка активирована. Вертолет, где он? Ага, вот он. Отлично. 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 Да ты когда-нибудь кого-нибудь убьешь вообще? Еще и тачка, а? Как все вовремя. Маскировка активирована. Когда-нибудь мы почему-нибудь попадем вообще? Да, оружие просто божеское. Серьезно? То есть у нас закончилось оружие. Это отличная новость. Ой, сохранимся, потому что тут, конечно, какой-то... Блин, да вернее обратно. Какой-то трындец происходит. Честное слово, патронов не хватает, ни у кого ничего нету. Только одни дробовики. Из чего я должен стрелять вообще? В чем логика? Ну, допустим, и... Прилепил я, да. Еще это последняя была, да? Самолеты уже в воздухе, Нава! Уничтожь последнюю зенитку, и они нанесут удар! Последняя зенитка у нас где находится? Там где вышка, да? Хочешь умереть? Минус один. И... Ладно, оставлю, мало ли вертолет приедет. Так, как-то у нас читерское плавание, да? А что здесь? Может, боеприпасы хотя бы? Хоть что-нибудь. Кроме этой крутой лодки. На которой, я так понимаю... А, ну хоть покататься можно. Зачем, кстати, они делают, интересно, штатные? Разберись с ней, чтобы мы могли вызвать авиацию. Да, разберусь я, разберусь. Дело же в другом. Реально штатная просто. Такое ощущение, будто они, в принципе, пилили ее под онлайн. Недостаточно энергии. Потому что постоянно очень много... многоместных различных предметов. Максимум силы. И ты серьезно? Устройте им
Да ну ё-моё. Какой-то из тебя прыгатель. Такой себе. А, стой! Я тебя прошу, только не убивай меня. Да ну нет. Патронов-то нифига вообще нет. Вот с чего я должен это все сделать? Сейчас разберемся. Не торопись. Так, ну-ка. Заберемся мы, видимо, таким же способом, я думаю. Ну? Ты же должен, не? Так, сохранимся. Маскировка активирована. Максимум брони. Где вы там? Да ладно, у меня еще не последний патрон. Подбери ты ее. На, не это. Так. Отлично. Стоп, стоп, стоп. Максимум брони. Отлично. Но. Но. Это несерьезно. Совершенно несерьезно. Как я должен без патронов с этим всем чудом справляться? Сохранимся на всякий случай. И держи гриночку. Серьезно? Какое все сложное. Нету больше. Уничтожено, майор. Зовите авиацию. Отлично, авиация скоро будет. Спасибо, Номад. Что за дополнительное задание? А что это он предлагает нам? Номад, авиация ждет. Здесь поблизости есть наблюдательный пункт. Я передал координаты на твою карту. Иди туда и подсвети цель, чтобы ребята ее разнесли. Ребята ее разнесли. Ребята разнесли. Вы еще меня убейте тут. Давай. Стрикленд, я на месте. Вижу склад. Знаешь что, мне... Не беси меня. Надо спрятаться. Так. Ну и авиаудар как использовать? Вас понял, Айдаха. Захожу на цель. Но? Отлично. Черт возьми, молодец, Номад! Выдвигаемся к тебе. Осталась последняя линия за деревней. Мы ее легко прорвем. Ну да ладно, думаешь? Я надеюсь, я не умру, потому что я в воду упаду. Отлично. Недостаточно энергии. Все, достаточно. Хватит ныть. Номад. У тебя костюм какой-то? Интересно, а если там же, по-моему, можно было женский голос включить в костюме? Параметры системы, звук, ну-ка. Ой, какой ужасный голос. Я думал, там что-нибудь хотя бы нормальное. Ладно, так, я думаю, голос отключим, потому что мне это вот максимум того, максимум всего уже надоелось. Отлично. Лучше патронов не дали.
подходе, ждите спроса боеприпасов в вашем районе. Отбой. Понял, 6-4. Намар, иди в точку сброса и возьми. Так, 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 давай. Отлично. Точка сброса, Намар, где... иди в точку сброса и возьми себе винт. Чуешь? Серьезно, то есть меня сейчас убивать будет, короче, постоянно в этом сохранении? Намат, иди в точку сброса и возьми себе винт. Намат, иди... Понятно. Вот это вот удачное сохранение просто. Да не хочу точку сброса, дайте мне загрузиться. Где я перед этим? Да, взорвал, отлично, хорошо. Здесь. Здесь, так здесь, отлично. Да, я знаю. Выдвигаемся к тебе. Осталось последнее. Только не умри, я тебя прошу. Мы ее легко прорвем. Так, я понял. Там еще типа кто-то даже сидит. Во-первых, в принципе, я не хочу умирать от снайпера, поэтому я хочу, чтобы снайпер умер от меня. Ракетница. Вот тебе месть за все твои грехи. Сохранимся, потому что я не хочу еще раз отсюда идти. И... ты же запрыгнешь? Я в тебя... Блин, я же в тебя верил. Ну, туда ты не запрыгнешь, мне кажется. Намат, иди в точку сброса и возьми себе винтовку Гаусса. Понял, майор. Заранее ну-ка, 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 ладно, сейчас. Захожу на цель. Буду вас прикрывать. Да ну, ладно. Отбой. Фиксим, короче. Сейчас обойдем. Какое косое оружие и почему он так по мне попадает? Он бы меня еще убил тут. Стреляют со всех сторон у него. Да ладно, наконец-то нормальное оружие. И где они? Где вот винтовка Гаусса? Вернись! Отлично, боеприпасы. Подожди, ты здесь тут. Отлично, наконец-то мне снова дают нормальное оружие. А вот в кустах я не вижу никого. Как я должен хоть кого-то здесь видеть? Отлично. Отлично. Об забор-то убиться можно с моей. Так. А что там? А, точка сбора. И шахта. И где винтовка Гаусса? А, то есть мне не сюда, мне точки сбора. Почему они мне так показаны, будто они в разных местах? А, ясно. То есть я не должен был всю деревню уничтожать? Ясно, как обычно. Нет, дайте мне сначала винтовку Гаусса это взять.
Это мне что-то обещали. Я помню. Я все помню. Все равно там никто помогать не будет. Какая разница? Что я один туда дойду, что не один. Ну, где винтов и Гаусса? Отлично, вместо... Чего мы ее взяли? Стой, дай винтовку Гаусса. А это что за боеприпас? И все? Блин, ну... Такое себе, в том плане, что патронов-то у нас маловастенько. Как тем улучшить можно? И целеуказатель. Отлично, погнали. Гранат 0. Патронов, можно сказать, 0. Но хотелось бы мне все-таки где-то боеприпасы получить. Не будет у вас боеприпасов случайно, не? Как? Блин, могли бы оставить. Ладно, фиг с ним. Погнали, короче. К шахте. Кто? Ну давай проверим. Отлично. Отлично. Ну вылазь. Вылазь. Да ладно. Подорваться на мине просто... Удача года. Власть, давай. И... Да ладно, опять убили. Что ж такое? Ладно, я придумал, в принципе, как к вам подойти. Ну-ка. Ты как-то предлагаешь это пройти? Убить его! Давай сохранимся. Да видели, что там твой шлем. Ну-ка. Да ну... Боеприпасы... Боеприпасы, гранаты, боеприпасы. Мало, не, мало что-то у вас боеприпасов, я скажу честно говоря. Очень мало. Прям слишком мало. Ладненько, так, что все собрали, все. Погнали дальше. Айдаха главный, здесь большой провал.
Надо подогнать бульдозера из гавани, иначе не пройдем. Внимание, Номад! Дальше пока пойдешь сам! Я так и думал. Ладно, сам так сам. Что ж, думаю, на этом тогда мы эту часть закончим. Подписывайся, соответственно, ставь лайки и комментируй. И жди следующей части.